В Казахстане стартовал общенациональный опрос «Ель-Аманата». Принять участие в нем могут все казахстанцы, достигшие 18 лет. Анкетирование позволит выявить наиболее проблемные вопросы населения. Так, организаторы, а это партия АОЛ, намерены защитить права казахстанцев и дать возможность каждому улучшить качество жизни. Опрос продлится до 25 сентября во всех регионах страны. Партия АОЛ, постоянно поддерживающая связь с местными сообществами страны, знает самые злободневные проблемы и актуальные вопросы каждого региона наших граждан. И сегодня партия стремится не просто их знать, а влиять на власть, чтобы эффективно решать эти проблемы на местах. Партия постоянно работает над совершенствованием своей политической платформы. Поэтому проведение такого опроса позволит нам скорректировать наши подходы, выработать действенные меры по взаимодействию с государственными органами с целью решения самых насущных проблем, волнующих наших граждан.